Вопрос азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев находился в центре внимания мероприятия высокого уровня по усилению сотрудничества по миграции и размещению беженцев, которое проходило в рамках 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Азербайджан в течение 25 лет страдает от проблемы беженцев и вынужденных переселенцев. Количество беженцев и вынужденных переселенцев из оккупированных Нагорного Карабаха и 7 прилегающих к нему районов составляет более 1 миллиона человек. Таким образом, Азербайджан с населением почти 10 миллионов граждан несет самый большой груз по количеству вынужденных переселенцев на душу населения, и Баку может поделиться опытом в этой сфере. Так, азербайджанское государство в предыдущие годы выделило большие ресурсы для улучшения условий жизни этой категории граждан. Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедьяров сообщил, что в 2007 году в стране были ликвидированы все 12 лагерей беженцев, для которых были построены новые дома. Но, несмотря на предпринятые со стороны государства крупномасштабные меры, полностью решить проблему вынужденных переселенцев очень трудно. 400 тысяч вынужденных переселенцев все еще продолжают жить в тяжелых условиях, старых и неудобных домах. Озвучивая позицию Баку в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта, Эльмар Мамедьяров подчеркнул, что решение конфликта требует полного восстановления прав вынужденных переселенцев. Позиция Азербайджана по данному вопросу достаточно понятна. Все азербайджанские территории должны быть освобождены от оккупации, и вынужденные переселенцы должны вернуться в свои дома. Должны быть восстановлены их имущественные права. Подготовленная азербайджанским государством подробная программа «Великое возвращение» предусматривает возвращение вынужденных переселенцев в свои дома и реализацию их имущественных прав сразу же после вывода оккупационных сил Армении с захваченных земель Азербайджана. Обеспечение прав на возвращение означает полный отказ от этнической чистки и через предложение беженцам справедливых мер предотвращает возможную напряженность и конфликты в будущем. Однако эти предложения не воспринимаются Ереваном, который пытается сохранить статус-кво. Помимо этого, руководство Армении использует размещаемых на оккупированных азербайджанских территориях беженцев из Сирии в своих целях, тем самым усугубляя процесс урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Мы должны обратить внимание на попытки некоторых политических лидеров использовать в своих грязных целях пострадавших мигрантов. В этом плане недопустимо размещение руководством Армении на оккупированных территориях Азербайджана мигрантов армянской национальности из Сирии. Размещение сирийских беженцев армянской национальности на оккупированных азербайджанских землях является свидетельством грубого нарушения международного гуманитарного права, в особенности Женевской конвенции 1949 года. Официально Баку считает, что расширение в последние годы географии конфликтных зон по всему миру стало причиной увеличения числа жертв и беженцев. Министр иностранных дел выразил огорчение в связи с не имеющим прецедента фактами массовой миграции из разрушенных в результате войн регионов Ближнего Востока и Северной Африки и сценами гибели невинных граждан, включая женщин и детей, по пути в Европу. Эльмар Мамедьяров выразил надежду, что международное сообщество найдет эффективные пути для недопущения новых вооруженных конфликтов и одновременно разрешение существующих конфликтов на основе норм и принципов международного права с соблюдением принципа суверенитета и территориальной целостности государств. Глава внешнеполитического ведомства Азербайджана в очередной раз призвал Организацию Объединенных Наций активизировать свою посредническую деятельность по предотвращению конфликтов и установлению мира. Лейла Гусейнова, CBC.